Так, всем привет! Сегодня я делаю распаковку, и сегодня у нас чек на 572 гривны 50 копеек. Магазин Сельпо. Ну что, поехали. Хлеб, выпечка своя, пончик с ореховой начинкой. Сейчас по акции колбаса. Солями по 27 гривен, по-моему. Да, по 27 гривен. Дальше. Сыр 65 гривен. Король сыров. Очень любим сыр. Оливье. Капуста. Так, какое-то мяско. 107 гривен. Свинина. Корейка. Ничего себе. Так, в принципе, вот такой кусок, 107 гривен, сейчас на гриле будем жарить. Дальше, 53 гривны, два вот таких окорочка. Что здесь еще? Печенье, Мария. Что здесь? Печенье вот с такими шоколадными штучками. Изюм и мука. И, в принципе, на 500 гривен можно купить и мясо, и все.